Учиться, учить. В Мариэл открылся Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Это новая модель дополнительного образования учителей. Работа будет вестись по индивидуальным программам. Новая площадка расположилась на базе Марийского института образования. О значимости центра расскажем в следующем материале. Учителя будущего скоро начнут работать в школах Мариэл. В республике открылся Центр повышения мастерства педагогов. Его главная задача – оказание адресной поддержки сотрудникам сферы образования. Помощь получат как молодые, так и опытные специалисты. Марийский центр поможет педагогам республики в личностном росте и в приобретении новых профессиональных навыков. В свою очередь, это повысит качество образования в нашем регионе. В центре предлагаются некие новые принципы работы. Это в первую очередь индивидуальный подход, мобильность и адресность. То есть слушатели будут проходить повышение квалификации только по индивидуальной траектории своего профессионального развития. Каждый педагог будет проходить оценку профессиональных компетенций, будут выявляться профессиональные дефициты, и на основе уже этих данных составляться индивидуальное образование. Студия для создания видеоконтента. С одной стороны, это профессиональное телевизионное оборудование, но с другой стороны, оно предназначено для решения современных и актуальных образовательных задач. Предполагается, что занятия в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов будут проводить специалисты точек роста. Курсы, семинары и онлайн-лекции. Учителя Мариэл смогут не только адаптироваться под цифровое образование, но и сами задавать тон обучения. В центре будут активно использоваться цифровые технологии и ресурсы. Вот для этого за счет региональных средств был проведен ремонт всех помещений центра, а из средств федеральной субсидии закуплено интерактивное оборудование. Оборудование, которое позволяет проводить видеоконференции, студия закуплена для создания цифрового образовательного контента, проектор – и многофункциональные устройства – принтер, сканер, копир, ноутбуки – 30 ноутбуков и мебель. Все это вместе на сумму 11 миллионов рублей. Отмечу, открыть Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов удалось в рамках национального проекта «Образование». Он даст возможность для получения новых рациональных и эффективных педагогических практик. Накануне такие же центры открылись еще в 62 регионах России. Задача, которая стоит перед новым центром – использовать современные технологии для доступного образования. И не только для детей, но и для самих педагогов.